видуськи, мои кукуськи, сюка сюда. Это же на связи, бэби. Чаепитие по плану работы, Вась. Прикиньте, сегодня просыпаюсь, того рот, смотрю, полдень. Аж душа начала петь. You listen up to me the story. The muscle and the muscle and the dirty baby. To me the stop. You listen, 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 but not to me the sound. To read up. Ну ладно, хватит орать. Блин, капец, вы прикиньте. Сегодня, я не знаю почему, сил миллион триллион. Самое главное, как я понял, высыпаться, улыбаться, спортом заниматься, бэби. И только в этом случае успех неизбежен. Во всем остальном, я говорю, хрена мне. Здесь один, кстати. Во-первых, чаёчек сейчас мы продегустируем. Помните, да? Ой, потрясающе. Райское наслаждение. И виноградик будете? Так, я подальше отставлю, потому что в тот раз... Я, соответственно, поставил чуть ближе к вам. Я смотрю, я видос записал, смотрю, а тарелка пустая. Вы прикиньте, кто-то тупо все равно, пока я болтал, меня заболтал и тупо сожрал весь виноград. Понятное дело, что я расстроился. Поэтому больше мы такого не допустим, да? Недоразумение. Поэтому я сейчас поставил подальше. Я, соответственно, буду наблюдать. Отвлекаться я больше не буду. Поэтому, если что... По щупальцам сразу бам, сами понимаете, как-никак, можно делиться чем угодно, настроением, женой, но только не едой. Охреневающие опять цитатки от энергии подъехали, запиши быстрее, блокнот взял, не взял, беги быстрее, мы тебя подождем, давай немножко посидим, подождем. Че, он убежал? Все, можно начинать. Здесь один бро мне задал охреневающий вопрос. Говорит, а что ты, говорит, не монтируешь видосы? Это же, говорит, круто. Всякие, а вы смотрите. Какая игрушка охреневающая. Малышка Джои. Ой, смотрите. Ой, потрясающе. Смотрите, какой рельеф. Видели? Жопа как у Ким. Жопа как у Ким. Блин, капец. Ой, даже не хочется ее есть. Но, как говорится, а то нахрена она нужна, правильно, если мы ее есть не будем? Короче, в итоге, один бро мне говорит, а что ты, говорит, не монтируешь видосы? Ты думаешь, мне заняться вообще по жизни нечем? Видосы, говорит, не монтируешь. Ты знаешь, сколько это времени? Он, соответственно, мне написал, я говорю, бро, я говорю, если у тебя есть желание безумное, я говорю, ты, соответственно, можешь этот сидеть монтировать. Он мне, знаете, что пишет? А сколько ты мне будешь платить? Ты представляешь? Просто меркантильное пип платить. Он должен до безумия просто быть счастлив тому, что я ему банально ответил. Какой платить? Я говорю, я буду тебе говорить каждый раз за каждый видос спасибо. Я говорю, чтобы ты понимал, я говорю, спасибо от меня, ну, как правило, в жизни, но, наверное, несколько человек только слышали. Потому что, как правило, я не говорю. Вот мне все пишут, ты чертовски хорош. Я же не говорю спасибо. Я говорю, я знаю. Они говорят, а ты до безумия красив. Я говорю, я знаю. Они мне говорят, а ты? А я говорю, я знаю. Он говорит, а я еще не договорил. А я говорю, а я знаю. Вы понимаете? I know. I know the listen. Сами понимаете, уже английский пошел. Как говорится, переключился на автомате. Поэтому понимаете, ребятуги, как-никак. Я считаю, что у каждого человека, вот, допустим, да, свое призвание в этой жизни. Я, допустим, рожден для того, чтобы бесить людей. Ну, как-то вот мне многие написали. Кстати, один бро здесь написал, ты, говорит, рожден для того, чтобы бесить. У него уже 5 лайков, вы понимаете? Люди тупо его поддерживают. И я с ним полностью согласен. Ну, рожден я, чтобы бесить, я что, виноват? Ну, здесь, знаете, у нас две категории. Я бедолаг бешу, а хороших людей, охреневающих, да, моих бро, я, наоборот, поддерживаю. Вам не знаете, как сия, как будто два чертика? Один злой, говорит, сейчас выбесим, разорвем, да? Я говорю, да, бро. А второй говорит, да не надо бесить, никогда не волнуйся. Ответ на все нормально. Я говорю, послушай, я говорю, я лучше черта послушаю. Я говорю, этот, я говорю, шарит. Я говорю, ты что, я говорю, ты завали сапог. Я говорю, не моя тематика. Я говорю, мы разорвем, я говорю. Он говорит, да, бро, да, я. Я говорю, ну, вопросов. Вот это я понимаю, понимаете, как-никак. Когда ты, соответственно, кого-то выбесил, у тебя поднимается настроение, как говорится, уже совсем другое самочувствие. Ты понимаешь, что того разозлил, он еще, он-то был на днище, еще ниже опусть, и ничего, вопросов. Понимаете? Это то же самое, знаете, как вот здесь. Как вот здесь. Как везде. Смотрите, я автор своей жизни. Соответственно, есть люди, которые занимаются, да, монтажом. Они операторы. А потом как-никак.
как можно заниматься нелюбимым делом. Мне, допустим, ну, я не знаю, у меня не лежит душа. Если бы я сидел бы, допустим, целый день за компьютером, уже вот такие были бы у меня глаза красные, опухшие, непонятно что. Я бы тупо смотрел бы на другого и монтировал. Это тупо не моя работа. Моя работа — это записать вам видос, вас замотивировать, поднять вам охреневающее настроение, и все. И, соответственно, пойти позагорать, поднять себе настроение, вы понимаете? А уже работа других, понятное дело, сейчас, когда мы поднимемся, ребятухи, я вам обещаю, у меня будет и своя команда, и монтажеры, и операторы, и режиссеры, и даже актеры, и постановочная, все будет. Я вам говорю, и, соответственно, будут, да, различные другие персонажи. Я уже все себе спланировал. Поэтому самое главное — это подняться. Самое главное — дождаться. И все. А потом, соответственно, все пойдет как по маслу. Поэтому, вот смотрите, допустим, оператор, да, это должен заниматься тот человек, который, соответственно, за всю свою жизнь уже голубя съел, который все знает. Это же тоже не так. Вам кажется, нет, это не так. Серьезно, это не так. Соответственно, ты должен разбираться с компьютером, ты должен это сидеть. Программы. Туда, 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 сюда. Вверх-вниз, вверх-вниз. Туда-сюда, туда-сюда, как плавником, поняли, да? Соответственно, ты должен в этом шарить. Ты не просто сел, думаешь, ага, сейчас монтирую, там вопросов, хренака. Ты не понимаешь, ты даже не знаешь, как компьютер включить. Ну, что ты смонтируешь? Кнопку? Конечно, нет. Поэтому всему свое время. И каждый должен заниматься своим делом. Этот бро, который мне написал, он же хотел, наверное, бабла, правильно? Он мне говорит, слушай, говорит, давай, говорит, я займусь. Я ему говорю, ну, занимайся. Я говорю, тебе будут скидывать видосы. Он говорит, а что, бесплатно? Я говорю, а что, платно? Ну, он говорит, ну, конечно. Прикиньте, тупо. Какая меркантильность, да охренеть можно. Ну, неприятно даже было на душе, аж груша вылетела, вы понимаете или не понимаете? Понятное дело, что с такими как я буду работать? Никак. Мне надо, чтобы мне какому-нибудь бро написал или брочиха. Давай, говорит, я буду монтировать, просто чисто за спасибо, потому что ты классный, понимаете? Я их хренак, допустим, видос кину, она сидит целый день и монтирует. А я загораю, настроение запредельно косми, я охреневаю жизнь, и здесь хренак, много просмотров, все дела, а я ничего не делаю. Я просто занимаюсь любимым делом, а она, соответственно, за меня уже выполняет эту работу. Вы понимаете, не понимаете? Не понимаете? Попозже поймете. Я понял, что это не мое, серьезно. Я, прикиньте, сегодня выставил, вышел. Записать несколько видосов, всего лишь два видоса, по растяжкам. У меня ушло минут 20. Пока ты выставишь этот идиотский штатив, пока ты его откроешь, пока, соответственно, ты выберешь этот угол, пока ты подождешь, пока долбанный ветер перестанет тупо дуть, что ни хрена не слышно. Пока ты, соответственно, залезешь на этот турник, это тупо все время. Вы понимаете? Я, кстати, прикиньте, я раньше ходил на различные площадки, даже ездил заниматься. Был придурок отбитый. Потому что мне казалось, что там лучше тренажеры, там, соответственно, там круче турник, больше различных там возможностей. А потом я понял, что нужно заниматься перед домом. Нужно просто тупо научиться ценить свое время. Потому что вы можете вернуть кого угодно, да? Жену, квартиру, но только не время. Соответственно, мы сами того не замечаем. Как просто чисто понимаете, что тупо время бежит, 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 бежит. И ты его обратно уже не вернешь. Как бы ты этого не хотел. Я так задумался, посидел, думаю, ни хрена себе. Я туда трачу 40 минут, обратно 40. Нахрен мне этим заниматься? Если я могу выйти, заниматься перед домом. Как говорится, а вся фантазия сидит вот здесь. Я для себя открыл столько охреневающих возможностей, столько упражнений, что с ума сойти. Я вам записываю видос по растяжке, вы посмотрите. Это просто чисто на улице. Ни хрена нет, просто обычный турник. И там какие-то безделушки, которые вообще, ну, на мой взгляд, не нужны. Сколько с ними можно сделать различных упражнений, порастягиваться. Просто не то, что аж душа, аж спина тупо поет. Спина просто в голосину орет. Спасибо! Я хватит орать, я говорю, мы на улице. Я говорю, если я сейчас кто-то услышит, я говорю, ты успокойся. Я говорю, радуйся в себя, я говорю, и все, вы понимаете?
Самое главное, должно быть желание. Будет желание, появятся возможности. Всех обнял, всех поднял, два раза потерял. Скоро увидимся.